Всем привет, это канал Мусалим. В работе сегодня у нас Kia Sportage на полную сумму зарядки. Автомобиль полностью разбирается. Вот он уже разобранный у нас. Салон, пол, багажник. Полностью все разобрали. Крыша будет также проклеиваться. И двери. Все у нас в разобранном состоянии. Поверхность обезжиривается, натирается и наносится первый слой вибропоглощающий материал. Максимально проклеивается, раскатывается. Сейчас мы вам это покажем, все, как это выглядит. Штатная шумоизоляция. Присутствует в небольших количествах, но очень мало. Этого недостаточно, все будет носиться поверх. Демонтировать мы не будем ничего. Двери пустые. Крышку завалил, как внизу? А, вот. Обезжириваем поверхность, натираем и приступаем к нанесению первого слоя вибропоглощающего материала. Первый слой вибро нанесли. Таким образом он наносится. Максимально все проклеиваем. Арки, пол, крылья. Все, насколько это возможно. Наносится, прикатывается валиком. Затем салон, пол. Тоже максимально все. Наносим и раскатываем. Дверь не завершили. Первый слой внутреннего полуздели. Вибра. Также наносится и прикатывается. Совершенно другой звук. И проклеили крышу. С вибром мы завершили работу. Приступим к нанесению шумопоглощающего материала. Таким же образом будет наноситься поверх первого слоя. Процесс по нанесению материала завершен. Вторым слоем нанесли шумопоглощающий материал. Вот так вот он выглядит. Полностью багажник проклеен. Проклеен салон полностью. Пол двери. С внешней стороны третьим слоем. Все максимально, насколько это возможно. И также проклеим вторым слоем потолок. Все готово, и мы приступим к сборке.